Всех приветствую, мои дорогие! Заезжала я на днях в магазины Фраше и сейчас хочу показать свои совсем небольшие покупки. Купила я вот такую туалетную воду. Это у нас идет туалетная вода лесная земляника. Объемом она всего лишь 20 мл. Но я решила, что для того, чтобы попробовать и понять, нравится мне такой аромат или нет, мне хватит и такого объема. И как раз удобно такой флакончик брать с собой. Он спокойно уместится в сумочке. Аромат мне понравился. Я давно на эти ароматы засматривалась на сайте Фраше. И в магазине мне удалось потестить разные ароматы. И из всех лесная земляника мне понравилась больше всего. Я еще подумывала о покупке аромата с ванилью. Но решила пока ограничиться одной водой, чтобы как раз посмотреть, как долго она держится и не надоест ли мне быстро подобный аромат. И вот так это выглядит вода. Стоила она 349 рублей. И мне еще понравилось, что несмотря на то, что флакончик такой небольшой, здесь такой полноценный удобный распылитель. Потому что часто бывает, что у небольших флакончиков вообще нет никаких здесь ни распылителей, ничего другого. И аромат очень приятный. Пока не знаю, как долго он будет держаться. Еще не пробовала ничего. Надеюсь, что мне он понравится. И купила я еще вот такой бальзам. Это бальзам с ванилью. У меня уже есть такой. Этот я взяла про запас, потому что неизвестно, поеду ли я еще во Фраше, будет ли такая возможность у меня. И пока я там была, и на эти бальзамы была скидка, стоили они 99 рублей, я решила приобрести. Давайте покажу бальзам, который у меня уже есть и который я уже открыла. Вот так он выглядит. Обычный бесцветный бальзам с очень приятным ароматом ванили. Вот так вот он выглядит. И у меня с предыдущих покупок было что-то вроде купона, в котором было написано, что если я до определенного числа приобрету продукцию больше, чем на 200 рублей, то мне в подарок будет кулон. И вот в таком пакетике. Такой вот пакетик. В нем еще вот такая картонка была. Мне дали вот такой красивый подарок. Сейчас я вам покажу. У меня тут кошка лезет. Вот такой, посмотрите, какой красивый кулон. Он не громоздкий и при этом не малепусенький. Мне нравится украшение серебряного цвета. И помимо того, что мне нравится носить как серебро, так и золото, также мне нравится носить бижутерию. И летом я обычно как раз и бижутерию также ношу наравне с серебром и с золотом. И этот кулон с удовольствием буду носить. Вот такая здесь цепочка. Я извиняюсь, у меня в кадр лезет моя кошка. Ей тоже понравился, видимо, кулон, а больше всего цепочка. Так. И это были все мои покупки. Было приятно получить подарок, потому что и бальзам, и туалетную воду я бы так и так приобрела, потому что мне захотелось такую воду попробовать, а бальзам мне нравится периодически пользоваться бальзамами с ароматом ванили, и поэтому пока на них неплохая цена, я все равно бы его приобрела. И вот еще такой чудесный подарок. Это было все мое такое небольшое видео. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши комментарии. И до новых встреч, до новых видео.